Простите, а что случилось? Да все хорошо, дочка. Что, она заболела? Хуже, замуж вышла. Зять, мне в дедушке годится. Дочка с репетитором занимается, в институт готовится. Околдовал он мою девочку. Старый, лысый, такой сморщенный. И вот с таким животом увел юную дочку, вот. Да, любовь зла. Вы кто? Познакомьтесь, это моя мама. Ее зовут Ирина Анатольевна. Вот, а это Юний Маркелович. Маркелович. Вот, мой репетитор. Кто? Передайте ученице, что учитель больше не придет. Какое счастье! И можете искать себе другого репетитора. Отлично! Ученица. Да, да. А мы с тобой все продумали, рассчитали. Мы думали, что вы познакомитесь. Мой отец, твоя мама. Она все время работает, работает. Ну, нелюдимая какая. Да, ну и ты все время работаешь, работаешь. Ну, не дело, папа. Теперь ну, все да. карты перепутаны. Какое вы имеете право распоряжаться жизнью взрослых людей? А если это любовь? А что же я сижу-то? Мне же надо действовать. Денек.